Более 10 сортов натурального, вкусного и полезного меда вы можете приобрести во Дворце спорта имени Ивана Рамазана. Ярмарка меда из Волгоградской области работает ежедневно с 10 до 19 часов. Ароматный мед – это не только вкусное лакомство, но и очень полезное вещество со многими целебными свойствами. Польза меда для организма известна еще с древности. Употребляя мед при недуге или для поддержки нормального состояния здоровья, вы, скорее всего, позабудете о лекарственных препаратах. Наибольшее применение в народных рецептах по здоровьесбережению находит мед с пергой. Он укрепляет иммунитет. Он очень тугой, такой мед, насыщенный. Он соединяется... Перга добавляется в мед, вот, размешивается, и получается вот такой мед. Он выводит из организма все токсины. Пчеловоды из Волгоградской области предлагают магнитогорцам и гостям города металлургов мед липовый и лесной, донниковый и гречишный, с кедровым орехом и прополисом. Также вы сможете здесь купить мед диких пчел и с кедровой живицей. Есть сейчас в продаже и редкий чернокленовый мед. Он помогает при малокровии и упадке сил. Он редкий, он прорастает только в южных районах. Вот. Он хорошо также при заболевании опорно-двигательной системы, воспалительные процессы горла, легочные инфекции, ну все, что связано с иммунной системой. Приветливые продавцы-пчеловоды расскажут вам о каждом из представленных на ярмарке сортов меда и, конечно, дадут попробовать. Светлана уверена, что мед должен быть в каждом доме. Ее семья принимает вкусные природные лекарства круглый год. Осенью, зимой, обязательно весной. Частенько стараюсь употреблять, потому что это очень полезно для иммунитета. Для здоровья. Я купила мед с орешками, даже представляете, интересный вкус. А вот мне дали подарок цветочный. Такой же подарок, килограмм ароматного, вкусного и полезного цветочного меда получите и вы, если купите килограмм любого меда. Ярмарка меда во Дворце спорта имени Ивана Харитоновича Рамазана работает ежедневно с 10 до 19 часов.